Добрый вечер. Андрій Коляса, метеоропат, висцеральна терапія, хіджама. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, які противопокази, при якій ситуації даний апарат не можна використовувати? Дякую. Приказа по народній традиційній медицині по неіспользованню борти не существует, потому что, к сожалению, кафедра народной нетрадиционной медицины еще не выдала нам приказы, протоколы по использованию различных методик. Если вы натуропат, то вы знаете, что мы все в медицине. Если мы говорим сейчас о медицинском лечении, а не о чем-то там, что-то где-то, значит, мы работаем по протоколам, работаем по приказам. И меньше всего протоколов и приказов кафедры народной нетрадиционной медицины, потому что это самая молодая кафедра из все-таки всех существующих в Министерстве здравоохранения. Это что касается традиционных таких приказов. Значит, у меня когда-то была своя клиника, и мы при БРТ немножечко относили к кафедре физиотерапии. Значит, биорезонанс является единственной методикой физиотерапии, которая практически не имеет противопоказаний и рекомендована у больных с онкологией. Она не имеет. Вот. Если мы возьмем лицензию, если вот кто занимается сейчас на практике, имеет медицинскую лицензию, то там просто идет стандартный набор. Мы не имеем права лечить острые гепатиты, мы не имеем права, в принципе, лечить какие-то очень острые инфекционные заболевания, беременность там, то, что идет стандартный набор. Других приказов противопоказаний у БРТ нет.